И всем привет, с вами снова Робин Гуд, и мы сегодня заканчиваем играть в Кризис в Кремле. Мы уже поиграли за... Первая серия у нас была за товарища Горбачева. Мы тогда, хочу напомнить, развалили Союз, и нас уволили к чертям собачьим. Мы играли за Лигачева и привели страну к гражданской войне и полной разрухе. И сейчас попробуем поиграть за Бориса товарища Ельцина. Да. Так, ну что ж, пойдемте. Ага, яй-яй-яй-яй-яй. Так. Даже не буду читать, пока. Сразу лезем в политику, сразу немножко делаем все более жестким. В общем, я так понял, в политике я буду всегда придерживаться вот таких вот как бы вот этой надписи перцевит, потому что это как бы идеальная, я так понимаю, политика на данный момент, поэтому так и будем, сразу прям проведем реформы. Все. Потом уже будем делать дальнейшие изменения. Так, что у нас касается бюджета. Видимо, можем очень сильно уменьшить на армию, но мы так сильно не будем мешать, потому что будет бунт среди военных. Я уже, потому что играл за Ельцина. Так, до 15. Ну все. Импорт. Не, импорт не будем уменьшать. Точнее, экспорт не будем уменьшать, а вот импорт, пожалуй, увеличим. Дальше, сервис увеличим. Тут все так оставим. Пожалуй, не будем ничего уменьшать, как нас это просят сделать. И даже, пожалуй, наоборот, увеличим даже немножко. У нас, к счастью, деньги есть. Давайте 380, 200, 100, 255, ну и 230. Чтобы как бы вся страна была сытой. Ну, здесь импорт 90. Так. У нас еще есть даже деньги. Давайте увеличим это все на администрацию, потратим эти самые резервы наши. Ну и на полицию, наверное, потратим. Ну вот, у нас денег почти не осталось. Хотя вот так, хоп, 5. Здоровьем кстати, не будем. Обучение улучшим. Здесь тоже увеличим. Тут пенсии 31. Ну давайте 50 сделаем, ладно. Развлечение 20, хорошо. Так, дальше. Тут пофигу, так. Здесь по 30 тогда. Раз нам предлагают сделать это дело по 30, давайте по 30 все это мы дело и сделаем. 5, так, 6, 5, 15. Давайте уменьшим до 10. Ну, вот смотрите, и здесь это срочные деньги до нуля. Все, отлично. И у вас, в общем-то, куча денег даже в резерве. Так что сейчас можем еще и выплатить долги наши. Так. Новости. Ну, интересно, посмотрим. Так, время. А, ну война, в общем, между Америкой и Японией импортная, ну, то есть, так сказать, товарная. Ну, то есть, наверняка анекдоты будут, поэтому я не буду читать. Пуч! Что за пуч еще? Чё-то там секретная полиция, короче, что-то там мутит против меня. Чё там, короче, что-то там КГБ против меня мутит. Это плоховато. У меня голова маленько скрипит, вроде выздоровел уже, ну. Первые выборы мультипартийные, нифига себе. Вот это поворот. Чё-то я не понял, какого чёрта, я даже успел начать играть. Это не норма. Да. Какой-то бред. Давайте попробуем еще раз за Ельцина же. Не, ну это вообще бред какой-то, если честно, был. Я даже ничего сделать практически не успел. Меня уже уволили. К чертям собачьим. Ядрить. Отстаньте, так, политика. Давайте посмотрим. Смотрите, а на этот раз газ по-другому. Давайте все уже тащим очень серьезно, дабы довольным были наши товарищи консерваторы. Ну, или все-таки рынок все-таки надо. Нет, запас все-таки будем контролировать. Нет, тут ничего не будем делать, приватизацию вот так хотя бы. Все отлично. Не буду дальше читать. Хотя я написать вдруг что-нибудь важное.
Что-то там непонятное. Так, что там с бюджетом, кстати? Так, 395. А я точно Ельцина выбрал? Что-то как-то тут все как-то там по-другому все развивается. Да ладно. 78, 255, 221, 131, 88, 90. Стоп. Как-то странно, что-то армия просит больше, мы чуть-чуть уменьшим. Так, 10 сделаем 400. Так, нам надо каким-то образом деньги экономить тут. Что тут есть смутное сомнение, то, что мы выбрали не Ельцина. Не знаю, как-то все это очень странно, прям по-другому даже как-то бюджет стал выглядеть, хотя. Вроде бы я Ельцина выбирал. Сейчас надо проверить. Ой, нифига мы там пенсии хотели поднять. 2016, куда уж только. Уж много слишком будет. Так, ну то все оставляем таким. На армию расходы чуть-чуть уменьшаем до 10. Ну все. Топ, мы реально за Ельцина играем? Ну да, какого черта? Что-то я нифига не понял, так у нас сразу уменьшились. Что-то я не понял, ничего, опять что уволили? Какого черта? Да ну нафиг! Бред полный. Да и дебилизм! Дебилизм, это просто тупизм какой-то. А, нет, мы начнем еще раз. Блин. Ладно, давайте форму за Ельцина, но мы не будем никакие реформы проводить еще раз. Все, последний шанс Ельцин. Алкаш. Дебилизм. Главное, меня уволили, блин, консерваторы. Вообще бред. Я, блин, все законы уже точил, все сделал по-консерваторскому. Они меня еще уволили. Дядя, ну, посмотрим письмо, что у вас там написано. Пофигу. Про бюрократов, ТВ новости. Что-то не понял, думаю, что-то анонсировали Америки, Канада. Телеграммы. О, еды нету. Еды нету. Плохо это. Дорогой, бла-бла-бла. Короче, он говорит тоже, типа, при Сталине еда была, все было хорошо. Мам, да иди ты нафиг своим Сталиным. Если был бы Сталин, то он бы меня расстрелял бы, так что мне норм. Так, ну давайте-то потратим деньги на еду, так уж и быть. И на мануфактуру. Потратим везде деньги, чуть-чуть уменьшим на армию все-таки. Нажим откуда-то бюджет брать. Ну, дальше не будем ничего менять. Вот и еда вернулась. Отлично. Анекдоты, как смешно. Так, это, наверное, сейчас будет приватные фермы, я так понимаю, да. Ну, мы вводим. Вводим радикально. Не, давайте все-таки уменьшенную версию. Кстати, пока у вас что-то, кстати, пока еще у вас железный занавес, все дела. Окей. Мы будем вести какую-то политику чисто ельцинскую. И опять анекдот. Отлично. Отлично. Так. Если только немножко ужесточим тут закон. Чуть-чуть. Армию не будем уточнять. Дипломатически не будем. Торговлю. Не будем. Авторские права вот тут надо бы. То полная анархия. Куда такое? По поводу меди тоже надо немножко уточнить. Как, впрочем, и тип экономики, контролируемый рынок. Это. Что, хорошим плюс рабочая неделя. Ну какой, ну совсем уж мало работать. Зарплаты оставим. Приватизацию чуть-чуть уж начнем. Возвращать себе, так сказать. Ну, полная анархия, конечно, это жестоко, на мой взгляд. Так, обед-министров что-то там звонят. Неужели опять меня хотят уволить? Отлично. Не знаю, блин, народ меня поддерживает. Попробуем капеллировать к людям. Черт его знает, они поддержат или нет. Ну и. Ну все, отлично, нас люди поддержали.
Хорошо. Это весьма хорошо. Что там написано в письме? Да. Что там политику неправильно ведем? Да иди-то нафиг. Все мы правильно ведем. Так, место пропаганды. Гласность. Ну что ж, конечно. Конечно. Гласность так гласность. Я Ельцин, свобода слова, анархия, так сказать. Все, да. Вводим гласность в стране, говорите, о чем хотите. Прогнивший Советский Союз, так сказать. Так, посмотрим на новости. Ага, 1 миллион семей начали твои фермы. Министр что-то пропаганды звонит. Это так. Антиалкогольная кампания. Да вы чего? Какая антиалкогольная кампания? Никакой антиалкогольной кампании не будет все-таки. Иначе как так? Иначе как я-то буду? Я что же алкаш? Так, алкоголь. Так, да, все. Все отлично. Так, бюджет смотрим. Ну, у вас, если честно, так сказать, дырка с бубликом. Давайте, ладно, немножко увеличим промышленность. Все-таки промышленность это наше все. Смотрите-ка. А, ну, да, все нормально, все правильно. Так, смотрим. Это сколько людей нас поддерживает? 80%. Нормально. Итак, 86-й год. У нас все пока хорошо. Ой, ВВП упало. Ой, упало ВВП. Я сейчас погляжу. Ну, хотя не сильно упало. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Упало. Это еще более-менее. Так, смотрим сразу на бюджет. Ну, пока у нас еще есть запас балансов, так что мы пока не будем менять вообще его в этом году, пожалуй. Хотя придется. Еды нету. Опять письмо от мамы. А, как что там про КГБ? Ну ладно. Нам надо еду каким-то образом восстановить. Поэтому давайте 426. Пускай будем уходить в долги, потом как-нибудь, когда поднимемся. Ну и импорт увеличим до 94. Все. О, куда так много? Так, дальше смотрим. Тут ну, все-таки оставим, да. Хотя здесь уменьшим до 10, пожалуй, потому что все-таки надо. Все нужны здесь деньги. Так, кабинет министров. Неужели опять хотят уволить? А, перестройка. Но конструкторы меня зажопят, поэтому такие аккуратные. Не будем сразу радикально перестраивать с вами. Хотя по закону мы и так уже перестроили радикально. Ну да ладно. Перестройка. Хотя по какого фига перестройка? Не понимаю, если это был лозунг этого Горбачева, а мы нифига не Горбачева. Ну ладно. Так, вернуть типа книги, ну там всякие рассказы, да, можете читать все книги, пускай в России возвращаются авторы. Ай, домов не хватает, ядрить, колотить. Чего там с бюджетом? Ну, пока вот ничего не так уж и плохо. Так, да, блин, надо больше строить и больше куски говна. Так, дальше посмотрим. Page up, назад. А где тут у нас был этот? Затраты на здоровье. Вот 36, ну давай 36 сделаем. Черт с ним, 66. Тут это образование вроде бы так. Здесь чуть-чуть увеличим. Пенсии не будем увеличивать, пускай. Пенсионеры кое-как проживают, пока мисс. Сейчас не до них. Сейчас главное страну поднять. Так, политика смотрим. Нет, не будем делать традиционно, тут ничего менять не будем менять. Не будем. Вот тут все-таки немножко уменьшим права. Тут тоже все-таки такой вот. И дальше уже не будем. Тут тоже контролируемый рынок. В рабочем деле хоть чуть-чуть уменьшим. Ибо нефиг так много работать. Зарплаты пускай больше будут, на всякий случай. Ну и приватизацию. Такая вот. Все. Мы, в принципе, так и будем оставаться. Будем как бы на грани между полной анархией и Чернобыль. Ядрить, колотить. Так, ну что ж, ну давайте как бы скажем, ладно, попросим помощь, наверное, все-таки речь идет как бы о людях, как никак. Смотрим. Так, как вы говнори позорные.
Я так понимаю, они нам отказали в помощи. Все очень плохо, по всей видимости. Так, читаем письмецо. Ну, короче, меня опять уволили. Короче, не знаю, как чувак еще играть за Ельцина, если его вечно увольняют. Или не уволили меня? Походу меня не уволили, походу. Как бы с это. Кусование пошло за меня, я так понимаю. Что я ему, правда, не понял. Ну-ка. Нет, меня все-таки уволили. В общем, я больше не буду играть с Ельцина. Этот идиот, пропивший, вечно его увольняют. Такой печальной ночью мы заканчиваем с этой игрой. И дальше будут много других ретро-игр и много других интересных. Всем удачи, всем пока.